Девчонки, всем привет! Сегодня я снимаю видео о моих, ну, так называемых хомячьих запасах. Это то, что у меня хранится и для собственного использования, ну, и на тот случай, когда нужно куда-то пойти и взять что-то в подарок, или на тот даже случай, когда девчонки просят что-то срочно и нужно, и у меня это всегда должно быть под рукой. Но в основном, конечно, это средство для дома. Ну и очень часто ко мне обращаются за тем, чтобы тоже что-то в подарок нужно срочно купить, но не хотят идти, например. Я, бывает, даже привожу, но чаще, конечно, приезжают сами за всем этим. Ну и вот, собственно, для этого у меня все это и... Ну, не то чтобы храниться, тут на самом деле все очень быстро меняется. Вот, например, вообще я планировала это видео снимать пару дней назад, но... не получилось, и за эти 2 дня здесь просто, ну, наверное, на треть опустела полка. Вот реально, не успеешь что-то закупить в запас, как тут же разбирают, поэтому здесь долго ничего не стоит. Ну и давайте посмотрим, что же здесь. Ну, давайте начнем прям с самого уголочка, и здесь у меня стоят маски. Ну, вот эти маски я на самом деле покупаю исключительно для того, чтобы вкладывать покупателям подарочки, комплименты такие за заказ. Покупаю их всегда по акции, когда они там стоят, по-моему, 19 рублей у нас бывает по каталогу, закупочная цена у меня 14. Ну и это такой очень приятный комплимент. Скидку делать смысла нету Faberlic, потому что и так не очень большой заработок у консультантов. Вот, и поэтому приятнее делать подарки, чем, ну, допустим, 100 рублей скидку. Никто даже не поверит, что это все, что можно сделать. И то, получается, консультант остается без элементарно даже, ну, какой-то благодарности за свою работу. Эту масочку мне подарили, и я ее не использовала, честно говоря. Всегда, когда получаю в руки новый продукт, я понимаю, что нужно взять, прочитать инструкцию, и у меня до этого очень редко доходят руки, поэтому такие маски могут даже у меня здесь и срок годности истечь, и я могу их выбросить. Следующая масочка – это лифтинг Juicy Care. У меня лифтинг, посмотрите еще, какие есть маски. Ой, все валится, у меня так всегда тут валится. Маски Lift and Glow, у меня их здесь осталось 5 штучек, покупала их по акции. И мне написали, что по этой акции продавались какие-то бракованные маски, что невозможно там тканевый слой с них отсоединить. Да, у меня были проблемы, я не знаю, из этой партии или нет, потому что у меня эти маски тоже постоянно здесь обновляются. Я уже не знаю, с какой партии что, но была одна маска, у которой сложно отделялась верхняя часть тканевая, но... если долго мучиться, что-нибудь получится, и у меня отсоединилось. Также у меня здесь масочки очищающие. Их я купила исключительно для дочери, поэтому никому уступать точно не собираюсь. Ну и последняя маска из серии Beauty Lab. Это фольгированная. До сих пор ее не попробовала. Надо, наверное, попробовать и показаться вам в Инстаграм, как я это буду делать. Подписывайтесь на Инстаграм, ссылочка на него в описании под видео. Будем вместе смотреть. Дальше, тоже мне подарили маску, не знаю, как ей пользоваться, нужно тоже разбираться, поэтому она лежит. Ну, из этой же серии вот у меня еще 2 такие маски, мне кажется, у них уже даже срок не очень, надо бегом использовать. Тут же, посмотрите, нашлись не трафареты, а украшения золотые, это у нас были в каталоге Faberlic. Я покупала для дочери, но, видимо, они были у нее не востребованы. Дальше порошки. Ну, это прям вообще супер ходовой товар, который у меня всегда есть. И 2 дня назад у меня было в 2 раза больше. Сейчас вот остались это чисто для моего использования. Мои порошки подходят к концу, и я их, эти порошки 2 точно никому не отдам. Ну, или сейчас придется дозаказывать. Дальше вот такие вот стиральные порошочки, пятновыводители, отбеливатель у меня еще был. Это тоже я вкладываю как комплименты за хорошие заказы, чтобы люди протестировали, попробовали. Тоже цена у них получается по акциям рублей 19, наверное. Вот в такие моменты я делаю запасики именно для комплиментов заказы. Так, ну это я собрала то, что я сейчас не использую. Здесь ABC пилинг и... ну, такой же ABC пилинг, только для рук. Кроме жидкой перчатки, здесь 2 вот этих средства. На самом деле, средствами для рук такими я пользуюсь очень редко. Точнее, наверное, никогда ими не пользуюсь. Потому что, ну, я так руки не пачкаю. Я даже грибы стала чистить в перчатках, поэтому они мне не всегда пригождаются. Здесь же у меня
буклеты, ну, этот уже надо выбросить, неактуальный каталог. Ну, а буклет с Юлией Высоцкой тоже, мне кажется, постоянно пополняется все, и смысла мне не было его покупать, но что-то захотелось. Дальше, что мы обнаруживаем здесь? Сингару. Вы знаете, до сих пор работает, хотя уже сроки все давным-давно вышли, но до сих пор работает, и я не собираюсь выбрасывать, потому что у меня стоит такая штука в коридоре, и я пользуюсь. Дальше, давайте посмотрим верхнюю полочку. Да, я вам обещала уже 500 лет назад эту салфетку протестировать, универсальную, но руки не доходят, 11.031. Руки не доходят, надо ее отсюда убрать, наверное, в ванну, и тогда я ее начну использовать и буду делать отзыв. Дальше, влажные салфетки для кожаных изделий. Посмотрите, какой раритет. Упаковка, где еще 40 штук, осталась последняя. Все, салфеток нет. Обычно здесь до потолка все забито в два ряда. Ну вот, все разобрали. Последние салфетки у меня забрали от пятен полностью. Все, сколько было, выгребли. Так, ну вот это вот салфетки для моей дочери. Она пользуется ими периодически, но расход тоже небольшой. Я думаю, что за это лето я сейчас их вытащу, чтобы не забыть их использовать. Так, что еще наверху? Наверху, смотрите, у меня есть фитокс. На случай, когда тебя подташнит, чем-то как будто бы отравился. Ну или после излишков шампанского или мартини с утра можно выпить пакетик. Ну, смотрите, тоже покупала я уже не знаю как давно. И у меня здесь еще два пакетика, один на работе на всякий случай. Тоже всякие бывают ситуации. На работе что-нибудь съешь и потом вот. Итлес покупала чисто для эксперимента, мне было интересно, насколько у меня хватит вот этого напитка, да, чтобы аппетит у меня сбить. Но ненадолго хватило, хотя мне кажется, ну, наверное, сравнится с булочкой вот по насыщению, и, наверное, час я не хотела есть. Но мне потом написали, Марина в Инстаграме написали, там такой убойный состав, лучше больше не пей. Ну, мне особо это и не нужно, я, наверное, кому-нибудь его подарю, потому что он точно мне не нужен. В запасе у меня зажимы для порошков. Одна штучка и одномерная ложка, потому что тоже периодически говорят, ой, а у тебя случайно нет? Ну, вот случайно у меня, конечно же, все это есть. Дальше две щеточки. Я их выменивала на баллы, когда у нас был ажиотаж с накопленными баллами, их нужно было срочно все, там нам давали три каталога, потом, слава богу, все это отменили, но щетки я взяла. Вот я брала там штуки 4, наверное, осталось 2, остальные у меня разошлись. Дальше, купила тоже ампулу, уже я не знаю сколько назад времени, и эта ампула у меня так и не использована. Дальше, ну эту я программу использую, наверное, в августе, в сентябре. Здесь у меня смарт-кератин, это горячий обертон для волос. Я сейчас одну такую упаковку открыла, но на это нужно время. То есть я хотела две упаковки использовать и использую. Обязательно, но, наверное, чуть попозже. Дальше, концентрированное средство ампульное от накипи. Оно у меня в использовании. Нам понравилось. В принципе, такую слабую накипь очищает хорошо. Если у вас какая-то такая устойчивая накипь, то за одну ампулу точно не справится. Дальше, здесь у меня стоит сыворотка питательная для всех типов волос. Это моя любимая Salon Care с очень приятным ароматом. Дальше, это тоже всегда стоит в запасе Рената, но это Рената, по-моему, усеченная, да, это 30 мл. 60 мл Рената, она больше, коробка толще. Так, вот так сейчас наклоним камеру. Здесь тоже в запасике стоит аромат мужской Вулкана, тоже, по-моему, это маленький, да, 35 мл. И для девчонок, периодически дочь, когда говорит, мама, мне срочно нужен подарок, вот, пожалуйста, держи тебе срочно подарок. Это вот такая водичка девчачья, эта линейка вообще очень любима, она дарит, девчонки пользуются с удовольствием. Дальше, средство для волос, репейное масло, как купила, так и стоит. Все, это опять с ним нужно разбираться, нужно... Я вот, знаете, сейчас привыкла к разогревающей маске, вот ей практически и пользуюсь. Дальше, ну, сухой шампунь у меня всегда должен быть в запасе, он у меня расходуется очень хорошо. Шоколадная маска обертывание для волос, покупала две штуки за 99 рублей, они были по специальной цене каталога, по бонусной, и
пользуюсь сейчас удовольствием. Вот бы она еще так не грязнила окружающее пространство, когда ты наносишь ее на волосы. Было бы вообще замечательно. Маска клевая, но аромат подкачал. Ну и то, что она разбрызгивается этим вот таким коричневым цветом некрасивым, это минус для нее. Но волосы не окрашивает, это хорошо. Ну и крем-масло для тела я рассказывала в своих заказах. Досталось мне за 1 рубль. И я, конечно же, его взяла, когда была акция. У нас с картами твой бонус. В общем, эти два средства однозначно себе оставляю. Я их очень люблю. Дальше, вот я покупала кремики. Они ждут осени. Когда у меня закончится, у меня сейчас крем для век есть из серии Гардерика. Эти ждут своего часа. Обязательно буду тестировать. Дальше, в запасе у меня пудра. Это пудра для дочери лежит. 61-12. Светлый оттенок. Он ей очень подходит. И мы его купили. Дальше. Аппликаторы, не помню, откуда они у меня взялись, зачем я их заказывала, или, может быть, кто-то отказался от заказа, такое бывает, когда они забирают неоплаченный заказ, поэтому лучше, конечно, брать предоплату, если вы с незнакомыми людьми работаете. Дальше, пудра 62-20, это темный оттенок, и я его уже второй год оставляю на лето, и надо будет в этим летом использовать, уберу его отсюда, потому что точно забуду, пока здесь лежит. Дальше, средство для сыворотка для роста ресниц. Я люблю ее и использую. У меня сейчас просто есть, поэтому этот запас лежит. Дальше, мыло. Ну, это мыло тоже, знаете, вот это я точно никому не отдам, потому что, мне кажется, его уже сейчас нет в каталоге. Дикая Африка, писали, что пахнет как-то отвратительно, а мне нравится, я тоже никому не отдам. На любителя, действительно, аромат на любителя, но мне понравился, я уже два таких мыла использовала. Вот это я не знаю, зачем я покупала, карандаш-стик для ног от натираний. У меня вот тут сверху стоит начатый, не так часто пользуемся, то ли обувь удобная, то ли что. В общем, этот стик надо тоже уже кому-то подарить. Уберу его отсюда. Дальше, в запасике два карандаша, но это просто тоже хит. Покупала как-то по акции. Дальше давайте переместимся с камеры. И мы видим, что здесь. Мы видим огромное количество силиконовых щеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 щеток. 9 щеток у меня здесь. Да, все купила я в запас, пока они были по 99 рублей. Когда узнали, что на них повышается цена, я решила сделать запас. Ну, вот такой запасик сделала. Понятно, что ненадолго, но ладно. Кислородный спрей восстанавливающий. Долго не брала вообще. А теперь мне он очень понравился, полюбился. Взяла в запасик. У меня один сейчас есть, и он подходит к концу. 99 рублей цена. У нас идет подряд два каталога, причем он пришел совершенно свежий. У меня здесь 14 апреля, 16 было апреля, кому-то май вообще пришел, то есть свежайший можно смело брать было в запас. Ну, возможно, еще куплю. Это я взяла пробники на распродаже по 9 рублей, по-моему, они сыворотка-уплотнитель. Я покупала эту сыворотку, пробовала и забыла. Решила попробовать еще раз и взяла две штучки. Дальше, очищающая маска для лица. Покупала, по-моему, с истекающими сроками годности. Обязательно буду пользоваться. Сама никому не буду отдавать. И попозже будем с вами смотреть, как я ей пользовалась. Какие у меня впечатления. Это запасные насадки на роликовую пемзу. Слушайте, я их взяла, думала, что будет стачиваться достаточно интенсивно. Но нет. Нет, я еще вот достаточно редко пользуюсь. Вот у меня мама пользуется постоянно, и у нее не стерся еще вот этот абразивный слой. Это, конечно, радует, потому что надолго хватает, но 3 штуки в запасе у меня есть. Дальше, Retinol Pro крем я покупала, но вы мне отсоветовали сейчас летом пользоваться, поэтому стоит, ждет осени. Дальше, вот тут лаки. Лаки, которые Candy Nails, я их вообще покупала случайно, пока собирала товары из детской линейки. Там очень близко находятся артикулы, буквально в одну цифру. Я ошибалась и заказывала себе каждый раз вот такой лак. Знаете, когда быстро делаешь заказ, бегом-бегом, и надо, конечно, все проверять. Вот я случайно так заказала 2 ненужных мне лака. Ну, я думаю, что дочь куда-нибудь пойдет на день рождения и подарит. Этот я покупала намеренно. Я посмотрела, у кого-то в обзоре увидела, захотела. Пришел вот такой вот прям серый металлик. Фу, я не хочу даже
таким красить. А на ногтях как-то смотрелся хорошо. Я попробовала на два слоя один ноготь намазала, поняла, что я не буду с таким ходить. И отставила в сторону. Может быть, кому-то нужно, я просто даже подарю. Дальше Berry Shine. Тоже вот оттенок казался мне... Он сейчас даже на камеру более какой-то яркий. То, что я сейчас вижу, это... Смотрите, вообще не так передает камера. Здесь какой-то теплый клубничный оттенок и фиолетово-сиреневая крышка. У меня здесь все наоборот, и мне кажется, что даже цвет, который здесь во флаконе, он похож больше на крышку. Это у меня оттенок 76-17, и я такой цвет очень не люблю, поэтому он у меня здесь стоит. Вот эти лаки вообще мне все достались по 1 рублю. Так, нет, это средство у меня для уходовое для ногтей. Я его... покупаю специально укрепляющее по уходу за ногтями. Это нет, это не случайно мне досталось. А это у нас матовое покрытие. Я его тоже специально покупала, хоть бы раз накрасила. Надо будет обязательно. А вот эти три лака я за 1 рубль получала тоже по картам. И я уже такими яркими оттенками не крашу. Мне уже, честно говоря, они не нужны. Тоже, может быть, дочь кому-нибудь подарит на день рождения. Флюид покупала себе на лето. Но сейчас посмотрите уходовую косметичку, кому интересно, посмотрите, чем я пользуюсь, пока он у меня, не дошла до него очередь, стоит. Вот это из последнего, что я купила, увлажняющую сыворотку для лица из линейки Expert. Буду пробовать в ближайшее время. Она наносится примерно как вот этот кислородный спрей, как я поняла. Ну вот, будем экспериментировать. Сыворотки я просто люблю очень. Дальше покупала антиперспирант для ног для себя. Но понимаю, что почему-то он мне не пригождается. Надо, наверное, предложить мужу. Он больше в течение дня находится в закрытой обуви. Я сейчас больше в босоножках, и мне не особо нужен. Этот крем я тоже покупала. Не покупала, а меняла на баллы. 30 баллов я, как сейчас помню, за него отдала. А потом выяснилось, что у меня очень много средств с SPF. Просто они лежали в отдельной коробке. В общем, может быть, кому-то пригодится. И в этом году я его... пристрою. Дальше бальзам гладкие пяточки, ну просто всегда нужен в запасе, он нужен не только мне, а вообще многим, и его очень часто спрашивают. Дезик мятный, все, всегда держу его на готове, потому что когда начинает заканчиваться твой, либо нет акции, либо акция есть, но он не участвует, в общем, еще же его нужно дождаться, там как минимум неделю, да, с момента оформления заказа. Еще набери заказ, в общем, чтобы этого мне стресса не испытывать, всегда стоит в запасике. Дальше крем Винотоник, тоже я говорила, как мне он нравится, я взяла в запас, буду все лето пользоваться. Сухое масло для тела, я не помню, по-моему, я его тоже по картам Твой Бонус покупала, и вот все думаю, когда же я буду его применять, наверное... не знаю, когда. Не знаю, наверное, тогда, когда будет очень сухая кожа. Сейчас летом как-то масляные текстуры совершенно не хочется использовать. А я сейчас пользуюсь для тела суфле. Ночной крем для ног взяла в запас, потому что я его очень люблю. Он у меня быстро расходуется. Я прямо его наношу очень много, и мне нравится. Ну, а вот этот крем исключительно для лета, бальзам для усталых ног стоит. У меня один сейчас в использовании, второй стоит в запасике. Дальше здесь тоже надо достать, то ли на распродаже, то ли что, кондиционер для детского белья и средства для мытья посуды. И то ли я на тестирование брала, не помню. Поставила и забыла. Все, здесь черная дыра, из которой я ничего не достаю практически, вот. Когда вспомню, когда вот так загляну, тогда что-то вспоминаю. Тоник стоит в запас, все, меня уже жизнь научила делать ставить тоники в запас, как у меня было зимой, когда я осталась без тоника и пришлось покупать, что попало. Теперь все, наученное стоит у меня. Дальше, разогревающая маска у меня одна, и вторая, это очень мало, обычно у меня штуки 4 стоит. Надо будет исправить ситуацию, и как только будет по акции, обязательно купить. Так, что еще? Крем для рук, формула омоложения. Всем нахвалила, было 2 дня назад у меня было 4 таких крема, сегодня у меня остался один. Вот так. Так что, когда хорошая акция, буду опять закупать оптом.
Пенка Реноваш, моя любимая пенка для умывания. Срок годности, оказывается, у нее подходит к концу. Покупала по акции, но это не беда. Я особо не обращаю на сроки. Это моющее средство, будем так говорить. И ничего с ним не случится. Даже если... Так, я тут двигаю, чтобы передвинуть немножко камеру. Никому не отдам, буду умываться сама. Следующее. Ну, здесь у меня лежат пробники, я их уже выложила. У меня в отдельной коробке лежат пробники на ароматы. Это я уже готовлюсь к акции, которая у нас будет в 11-м каталоге с ароматами, с обменом ароматов, чтобы девчонкам показать, протестировали и поучаствовали в акции, купили себе со скидкой. Регулирующий шампунь для жидких волос я покупала рублей по 65, по-моему, тоже с истекающим сроком годности. Периодически пользуюсь я, дочь. В общем, у нас был хороший запас, осталось 3. И вот они перед вами. Дальше. Это я набрала очищающий сос пудры. Кому подарила, все сказали, отличное средство, почему мы раньше им не пользовались. Потому что раньше я не могла купить эту пудру за 99 рублей и дарить всем подряд. У меня 3 штуки, я однозначно оставляю их себе, мне очень нравится. Хотя мне сейчас пришлось пересыпать, я вам как-нибудь покажу, как я сделала. Потому что действительно через определенное время, даже если проколоть дырочки, то во флакончике... забивается с оборотной стороны все и не высыпается. Ну, я вам покажу все это в пустых баночках, потому что пересыпала, баночка будет в этом обзоре. Дальше роллинг-гель для очищения пор, тоже его полюбила, не знаю почему долго не пользовалась. Так, это двинем. Следующее, что у нас здесь, пошли средства для дома. В этом уголочке у меня стоит, это я для себя купила освежитель, хотя они расходуются просто годами, мне кажется, один флакон может пользоваться. Дальше. Средства для мытья посуды. Обычно у меня их штуки 4 здесь стоит разных. Ну вот сегодня перед вами только один. Мыло покупала себе с ароматом зеленого чая. Надеюсь, достоит, никто не заберет. Дальше кондиционеры. Вот таких у меня 2 стоит. Это один из самых покупаемых, продаваемых кондиционеров для чувствительной кожи. Это я для себя взяла. Дальше 4 спрея пятновыводителя. Это прям такой расходник. Обязательно на носочки наношу, на белые, когда перед стиркой, на воротнички, на манжеты, на рукавчики в водолазках у моего школьника. Вот в этом месте всегда все грязные локти, парты, видимо, плохо протирают и приходят в очень грязной одежде. Так, здесь что у меня? Шампуни. Ну, это моя любимая линейка. Конечно, было бы странно, если бы у меня не было в запасе. И мятный, и питательный. Из этого больше мне нравится по аромату мятный. Потом вот этот, но вот этот надольше оставляет волосы чистыми, поэтому этот шампунь я люблю больше. И дочь пользуется. Сначала попользовалась, потом фыркнула, теперь обратно к нему вернулась, сказала, нет, мам, все, буду этим мыть. Покупала гель, лак-крем, конкретно вот этот с грейпфрутом, тоже по скидке, с истекающими сроками годности, но... Как любое моющее средство, я не боюсь, что что-то случится. Использую сейчас и как мыло для рук, и как гель для душа. Ну, дальше что у меня? Средство очищающее для туалета. 3 штучки, всего лишь одно для ванной. Непорядок, надо еще дозаказать, потому что тоже очень ходовой. Дальше 2 средства универсальных для полов и стен. Ну и для духовок и плит, просто наш хит, это... Вот так выглядит. У меня 2 штуки, тоже как-то маловато. Ну и последнее, что мы сейчас сделаем, это поднимемся на верхнюю полку. И здесь у меня 2 упаковки гигиенических салфеток для интимной гигиены. Тоже покупала по какой-то акции. Лежат. Дальше. Это я купила тоже про запас. По-моему, остатки сладкие с минус 70%, и всего лишь там 50 рублей, по-моему, мне они обошлись. Это супер. А, вот последние запасы туши. Тоже уже все расходятся, эти запасы туши. Здесь у меня 3, ну, так называемых розовых туши. И 1 моделирующая, а 1 с классической щеточкой из линейки Секрет. Я каждый раз их покупаю, думаю, себе. Я давно ими не пользовалась, надо освежить память, ими попользоваться, но ничего не выходит. Так, сейчас я переверну камеру. Ну, здесь вот, смотрите, альгинатные маски, ну, что о них говорить, их уже нет у нас в каталоге.
Так, ну что здесь? Здесь у меня последний из последних покупок бальзам «Зима». Две штучки я взяла. Запасная пудра «Спорт и пляж». Я одну купила, мне понравилось качество и решила взять еще одну. А дальше, ну, тушь пуш-ап, понятно. Четыре штуки, было шесть, забрали. Карандаш для бровей у меня сейчас такой в использовании. Я по акции покупала, нужно было взять два. Вот это второй остался. Ну, я не знаю, кто заберет. Нет, этот карандаш точно никому не отдам. Это коричневый, которым я последнее время пользуюсь. У меня один сейчас открыт. Этот в запас брала очень дешево. Сначала по 99, потом мне даже 149 рублей было не жалко. Я взяла в запасик. Ну и взяла темный оттенок тонального. 62-45, по-моему, это темный. Ну или загар ли он, цвет примерно загара, наверное, не знаю. В общем, взяла еще такой тональный себе в запас, обязательно буду пользоваться. Но пока не время этому тональному, плотноватый для лета, может быть, будет тяжеловат. Сейчас у меня стоит он. Ну и кисточки взяла тоже в запас. Были у нас по акции первый раз, наверное, в жизни, с тех пор, как вышли кисти. Никогда не было их у нас в... О, соседи начали ремонт. Ладно, будем закругляться. Ну и вот здесь кисти для теней, это для подводки, ну и для консилера. Тоже бывает спрашивают, если у тебя в наличии какая-нибудь кисточка, я думаю, что может быть и так разойдутся. У меня пока кисти все есть. Ну на этом все. Что я тут еще не показала, блокнот у меня есть красный, ну это уже ладно, это уже к товару не относится. Ну, на этом все, девчонки, кто хочет со скидкой покупать, кому интересно, проходите по ссылке под этим видео, вы попадете ко мне в команду, я буду вашим наставником. И у вас будет скидка, обязательно подарок за заказ, если вы выполните условия, описанные в каталоге на последней страничке. Ну, расскажите, какие запасы у вас, что вы делаете, есть ли у вас такие запасы, может быть, больше, а может быть, вы сейчас опять напишите, куда тебе столько. Ну, куда мне столько, я рассказала в начале видео. А сейчас на это все, я буду с вами прощаться. Увидимся в следующих видео. С вами была Марина Соловьева. Пока!